Задачи, поставленные президентом, возьмем в работу. Председатель областного заксобрания прокомментировал темы большой пресс-конференции Владимира Путина. Глава государства, в частности, говорил о модернизации первичного звена здравоохранения. К нему относятся поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты. Начало модернизации намечено на 1 января 2021 года. На нее предусмотрено более 500 миллиардов рублей из федерального и региональных бюджетов. Владимир Киселев сказал, что депутаты заксобрания возьмут эту работу под самый пристальный контроль. В настоящее время депутаты проверяют, как идет строительство сельских фельдшерско-акушерских пунктов. В области нами уже выявлены, к сожалению, серьезные проблемы. В ряде случаев чиновники сорвали или поставили под угрозу срыва сроки введения ФАПов в эксплуатацию. По итогам проверки будем требовать наказания виновных. Владимир Владимирович Путин отметил, реформы первичного звена здравоохранения потребуют быстрого решения многих сложных вопросов. Разумеется, на уровне области предстоит большая и серьезная работа. Ее конечную цель президент четко определил. Самое главное развитие системы первичного звена здравоохранения заключается в том, чтобы обеспечить 100% доступность граждан к медицинским услугам. Этим мы будем руководствоваться.